тела и ясности ума. Всем тем, кто сегодня смотрел утренний эфир, но не всем, разумеется, а очень многим, пришла в голову совершенно обычная мысль. Говорит, а что, говорит, толку во всех этих программах, о которых вы рассказывали, если, говорит, интернет отключат, провайдеров, говорит, вырубят, ничего, говорит, работать не будет. Что, говорит, толку-то в этом? Дорогие друзья, провайдеров никто отключать не будет. Закрывать будут порты. Если не знаете, что такое порты, посмотрите, пожалуйста. То есть циферки такие, на основании которых те или иные программки работают, а другие программки не работают. Поэтому отключать будут выборочно. Почему? Потому что телефоны являются терминалом, при помощи которого система воздействует на отдельно взятых индивидуумов и контролирует их местонахождение и все остальное. Поэтому совершенно нет никакой причины им выключать интернет полностью. Для них это катастрофа. Если совсем интернет полностью отключить, и вы расстанетесь со своим смартфоном. Поэтому они делать будут иначе. Будет интранет ограниченный и плохо работающий. Плохо работающий, разумеется, для вас. По определенным критериям, с определенными программами. Понимаете? А во всем будут виноваты, разумеется, космические террористы. Или какие-нибудь там еще террористы. Швабруисты, скажем так, виноваты во всем будут. Швабер же он уже сказал по поводу того, что, дорогие друзья, там, мы уже приготовили вам специальных кибертеррористов. Поэтому будьте любезны, готовьтесь. Будут страшные атаки, будут случаться. И во всем будут виноваты как раз эти кибер-пупер-террористы. У нас один единственный террорист есть, который терроризирует все население этой планеты. Глобалисты называются в одном лице. Над ними стоят там другие сущности. Вот они весь этот муравейник и потрошат периодически. Ну, а муравьям-то что? Муравьям надо бы в некотором смысле осознать, кто они и что они. И тогда, в общем, становится неважно, в каком ты форм-факторе пребываешь на текущий момент времени, перестаешь беспокоиться о таких пустяках. Сегодня здесь, завтра там, сегодня в таком теле, завтра в другом теле. И беспокойства особо и нету по этому поводу. Зато сериалы интересные очень случаются. В каждом теле свой сериал. Поэтому, вот, подскажите, сколько по времени, говорит, продлится эта борьба? Она никогда не прекращалась, просто она принимает другие форм-факторы, эта борьба. Что вы думаете, когда Ильич устраивал коллективизацию, борьбы не было? Или когда Виссарионович там расстреливал без суда и следствия, говорит, не было ничего? Это было всегда и все было. И эти коллективизации там, ну, Ленька Брежнев там в носу ковырял, вот при нем какое-то время люди пожили более-менее так в расслабончике, а потом все, хватит. И кто контролировал-то всех? Вы думаете, что СССР была самостоятельным государством, независимым? Во, видели? Царская Россия была независимым государством. Во, второй, видели? Никогда этого не было. Никогда. Всегда все государства абсолютно зависимы от центра управления, который находится. Некоторые знают, где он находится. Над этой горой даже самолеты не летают. Но не только там. Ленький, говорит, Брежнев. Ленька, что, спокойно при нем было, относительно, да, весело. Ну и сейчас не скучно тоже. Времена застоя, говорит,
А сейчас вот времена у нас внезастойные случились, веселуха началась. Вот и веселимся по полной программе. Ну, при Леньке Брежневе люди жили психологически поспокойней, а материально похуже, конечно. Ну, цеховики себя хорошо чувствовали. Там. Кооперативов не было, каждый должен был работать. Если тунеядец, в тюрьму. Обычное рабство, но только в другом форм-факторе и все. Сейчас тоже рабство, а грядет вообще тотальное рабство. Поэтому, дорогие друзья, из тех, кто написал, говорит, Владимир, говорит, все эти программы, все это лабуда, интернет отключен. Кто-то написал, говорит, надо мощными радиостанциями запасаться, чтобы пробивали через горы, долины и поля. Не пробьет ничего, дорогой друг. Вот радиостанции как раз в первую очередь и будут широкодиапазонной глушить. Для того, чтобы... Точнее, сначала их глушить не будут. По ним будут пилинговать тех, кто разговаривает, и дронов туда посылать. Говорит, пык, и все. И нету говоруна в радиостанцию. Поэтому с радиостанциями отдельная история. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. По большому счету, необходимо использовать те каналы, которые будут оставаться, которые нужны самой системе. Поэтому всегда во всех историях остаются некие дырочки. Некие дырочки всегда должны таки быть. Если дырочек нет, таки все невозможно. А у нас все возможно и возможно. Поэтому, дорогие друзья, в каждой системе есть брешь. И вот эту брешь необходимо использовать тем, у кого есть уши. А тем, у кого есть только мысли и страхи о том, что завтра все, всех провайдеров расстреляют, все выключат, ничего работать не будет. Ну, дорогие друзья, пребывайте в этой панике дальше. Пребывайте. Вам, видать, нужен этот психологический коллапс мозга для чего-то. Потом, что еще необходимо сказать? Я вам открою еще маленький секрет. Есть такие чудесные карты операторов сотовой связи, которых не существует, но карты существуют. Карточки такие, вообще без надписи, безо всяких, только номер на них написан. И вот эта карточка, она функционирует во всех странах мира. Это называется белая карта. Да, звонки на ней не шибко дешевые получаются. Интернет и того дороже, но зато эта штуковина будет работать всегда и везде. Отключать-то по какому принципу будут? По принципу своих рабов. Своих рабов надо отключить, а те, кто пришли контроль осуществлять этого геноцидного процесса, а им-то надо же пользоваться чем-то для того, чтобы друг с другом иметь коммуникации. Вот, все продумано заранее, дорогие друзья. Дырка, это, говорит, только Даркнет. В Даркнете, говорит, это вы можете наркотики покупать, и там что, паспорта поддельные, там права, еще чего-нибудь. Вы что думаете, вы что, не понимаете, кто контролирует Даркнет? Неужели вам это непонятно? Или вы думаете, что это вот такие добрые независимые хакеры придумали и сделали Даркнет, да? Для того, чтобы вы там наркоту покупали. Вот они такие добрые хакеры, шмакеры. Да не будьте наивным. Дорогой друг, нет ничего того, что не контролируется. Контролируется все. При желании квантовый компьютер может контролировать абсолютно все, без исключений, любые пароли взламывать за долю секунды. Даже если они будут там 16-личными, там с разными символами,
пуксиками, фуксиками, а вообще ничего взламывать не надо, потому что информация о вас вся хранится. Как вы думаете, откуда у корпораций Google, у других корпораций такие объемы жестких, жестких дисков, такие массивы, которые позволяют видео в HD качестве бесплатно запи... Вот как я сейчас рассказываю, а все это остается в архиве. Какие добрые ребята. Вот прям можно сказать, они всем дарят. Продавать продают разные всякие другие компании место в облачных сервисах. А есть вот такие компании, как наш любимый Google, вот YouTube, например, да? Какие щедрые ребята. Всем дают. Пиши, пожалуйста. Сколько хочешь, говори. Хочешь терабайтами, прям туда загружай нам, и мы с тебя ни копейки денег за это не возьмем. Относительно всей вот этой вот, всех этих рассказов по поводу рекламы и всего остального, все это глупости, по большому счету. Нужно иметь немножко серого вещества вот здесь. И серое вещество не использовать как приложение к сердцу. Вот тогда начинает все становиться на свои места, а иначе никак не встанет. Еще раз повторю, абсолютно все контролируется. Абсолютно все. И нет никаких там тайных уголков, куда вы можете спрятаться, где вы можете высидеться там и оттуда вот поглядывать вот так вот в интернет, да? О, я, говорит, тут спрятался. Нигде, говорит, спрятаться невозможно. Спрятаться можно в одном единственном месте. В понимании того, что таких мест нет. Вот, вот именно тогда вы спрячете. Никак не по-другому. А кто будет находиться в страхе, в состоянии там каломитания, ничего хорошего не будет. Вы просто испортите себе здоровье. Через нервную систему подсядет иммунка, а с иммунки где тонко, там рвется. У кого понос, у кого кости захрустят. А у кого в ушах застреляют, у кого сопли из носа польют. Кстати, в ближайшее время сделаю передачу, появилось понимание, окончательное утверждение еще того, что, собственно, распыляют в виде тумана сейчас в городах, и вот этот, что из себя представляет холодный туман, который там, в метро разных городов начинают распылять. Это все на Инстаграме будет, заходите, посмотрите. Такое распыление недавно случилось и в Краснодарском крае. Но я расскажу подробно, что там вырастает, если мокроту отхаркнуть, например, в какую-нибудь чашечку, поставить чашечку в сторонку. И на этой питательной мокротной среде биологической, вот то, что содержится вот в этом воздухе, которым дышат беспечные парижане, и не только парижане, все там произрастет очень быстро в этой питательной среде, и вы поймете, что это такое. Много раз говорил по поводу того, что модного заболевания в том виде, в котором лапшу вешают на уши, людям не существует. Существует химическое отравление. Причем химико-биологическое отравление, там два компонента основных. Один, который является поражающим фактором, а второй, который является иммуносупрессором. Засим, дорогие друзья, всех вас обнимаю, всех вас целую. Я приехал в глобалистический магазинчик, Global House, для того, чтобы грунтовочки прикупить. Грунтовочку нужно срочно привезти. Завтра мы продолжим реновейт, отделочные работы в том месте, где не стоит плясать, прыгать и петь, там, где идет строительство и где подвешен груз. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.